Вчера днем на улице Свободы в центре города взорвался внедорожник Сузуки Гранд Витара, за рулем которого находилась председатель ряда ТСЖМ Светлана Грачева. Товарищество, находившееся в ведении женщин, располагаются недалеко от места, где прогремел взрыв. Известно, что на протяжении нескольких лет Светлана Грачева судилась с одной из управляющих компаний. Также долгое время конфликтовала с поставщиком коммунальных услуг. ТСЖ «Авангард», который возглавляет Светлана Грачева, получил всероссийскую известность после взрыва бытового газа в доме в Первом Осеннем переулке. У Светланы Грачевой был серьезный конфликт с собственником котельной Дмитрием Трифоновым. Региональный отдел Следственного комитета по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом». Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц, в том числе назначены взрывотехнические экспертизы. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей. В настоящий момент Грачева находится в областной клинической больнице. Потерпевшую прооперировали и заверили, что она будет не только жить, но и нормально ходить. В СМИ до этого появилось сообщение, что женщине ампутировали стопы, но официальный источник опроверг данную информацию. Расследование уголовного дела продолжается.